Hey guys. Ой, по-английски. Привет, ребята. Доури Грузия. Меня зовут Анатолий. И это Татьяна. Мы обои, кстати, из Украины. Вот, соотечественники. Вот. И сегодня мы летим на параплане в Грузии. На стартовой площадке, со стартовой площадки Sky Atlantida. Рейса в Украину нету, полетим так. Ну что делать, да. У нас же карантин, поэтому такое дело. В общем, для того, чтобы взлететь, мы сейчас потанцуем вперед-назад, вперед-назад. Ага. Вот, потом пробежимся немножко вперед и мы взлетим. Кричать разрешается. Готовы идти вперед сначала? Так. Один шаг вперед. Еще один. Еще один. Хорошо. Готовы идти назад. Пойдемте назад потихонечку. Стоп. Идем. Готовы бежать вперед? Сейчас побежали. Побежали? Побежали, побежали. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Садимся. У-ху! Ю-ху! Вот это круто! Хорошо. Вот это здоровски! Ребята, мы полетели. Вот это круто! Боже, какая прелесть! О, это неимоверное ощущение! Это круто, я знаю. Это... Боже, какой вы счастливый человек, что вы это можете делать так часто! Спасибо! Спасибо. Стараемся! Стараемся! Это... Боже, какая красота! Боже, не вы птицы! Сейчас мы чувствуем то, что чувствуют птички. Да! Это неимоверно! Вчера, кстати, были на Казбеге, слетали с Казбега. С Казбега прям? Да, прям. Ой, круть! Ребята, боже, какая прелесть! Я птица! Я птица! Боже, как мы с вами будем искать восходящий поток. Угу. Ловим, да? Да. Должны поймать, сейчас пока нет восходящего. Ага. Вы его почувствуете, когда придет восходящий поток. О! Ну не очень, да. Вау! Боже, какая красотища! Какая тут красотища! Ю-ху! Вау! Это здорово, это круто, это вообще! Полностью развернулись! Просто краски, просто художник мазками все полотно вот это измазал, да красиво. Обожаю. Я обожаю осень. Я сама просто осенняя, это ж мне на день рождения и дарили в ноябре. И это вообще просто... Боже, как здорово. У-ху! Прям вообще, она не понимает, что с ней творится. Да. То есть не могу сказать, что голова закружилась, она просто не понимает, она кружится или нет. Ой, боже, какая красота! Это неимоверное ощущение. Я предвидела, конечно, да, ну, как бы от полета, да, дух захватывает, но такого! Прям кажется, хочется пешочком пройтись по деревьям. Боже, как здорово! Это нечто. У-ху. Ой, хороший такой, да, поток. Что говоришь? Такой поток сильный, такой хороший ветер, нет? Это нет потока. Мы все это мы, да, это мы просто еще тогда? Ждем, мы его ждем возле скалки специально, потому что он отбивается от скалки. Отбивается, и тогда мы... Ага. Мы сможем работать с ним, еще даже не дождаться. Рано или поздно придет цикл.
не ошибка была перчаточки одеть. Не ошибка? Да. Отлично. Ой. Ага. Здесь вот уже действительно дыхание просто захватывает по полной. Вау. Это нечто. Нечто нравится, да? Это невозможно передать словами просто эти ощущения. Да, говори, что у тебя там кружится голова, захватывает дух. Это мизерная часть того, что ты реально ощущаешь. Да ничего. Вообще.